Гороскоп на 10 января 2024 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра. В среду старайтесь ни с кем не ссориться. Чем миролюбивее вы сегодня, чем терпеливее по отношению к окружающим, тем выше шансы избежать серьезных проблем. Не удивляйтесь, если ладить даже с самыми близкими людьми будет труднее, чем обычно. Вас часто понимают неправильно, но это временное явление. Чуть позже удастся вновь найти общий язык. Желательно сократить нагрузки и не переутомляться. Для работы это не самый лучший день, зато можно неплохо отдохнуть и восстановить силы. Вечером не стоит размышлять о неприятных событиях, это может привести к бессоннице. Любовный гороскоп на сегодня для овнов. Овны сегодня будут медлительны и инертны. Позволив себе вдоволь поваляться в постели в утренние часы, вы и весь оставшийся день посвятите такому приятному безделью. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Овен. Сегодня Овну лучше никого не критиковать, а воспринимать все вполне спокойно. Возможны неожиданные повороты судьбы, которые подтолкнут вас на принятие ответственных решений. В личной жизни Овна появится состоятельный и страстный покровитель. Если вы поведете себя мудро, то сможете оказаться в выигрышном свете. Гороскоп «Дом» на сегодня. Первая половина дня у многих будет посвящена улаживанию финансовых и других проблем, возникших в конце прошлой недели. Постепенно сложная ситуация, касающаяся отношений с друзьями и покровителями, урегулируется, дело начнет развиваться более быстрыми темпами. Если и возникнут задержки или проблемы финансового характера, то не стоит сильно беспокоиться, они разрешатся уже в этой декаде месяца. Личный гороскоп. День будет удачным, если вы спланируете его заранее. Скорее всего, именно этот день позволит вам прийти к согласию с партнером или обрести мир в душе. Вы можете почувствовать необходимость в советах друзей, однако не стоит полностью на них полагаться, не исключены разочарования. Вероятны вещие сны. В среду меньше волнуйтесь из-за пустяков, этот день сложится хорошо. Порой могут возникать проблемы, но они не слишком серьезны, да и решаются часто сами собой. Вероятны необычные знакомства, встречи с людьми, которые готовы поделиться уникальным жизненным опытом. Если вы будете любопытны и внимательны, то узнаете много полезного. Появляется много оригинальных идей. Не спешите с их реализацией, дайте себе время все обдумать. Если вы собираетесь взяться за новое дело, начните с составления подробного плана действий. Любовный гороскоп на сегодня для тельцов. Тельцам в этот день предстоит заметно обогатить свой внутренний мир во время посещения театра или музея. Однако вечер вы предпочтете провести в более привычной обстановке, в кругу друзей, на очередной шумной вечеринке. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Телец. Гороскоп советует тельцу, который еще не встретил свою вторую половинку, быть решительнее и внимательнее к окружению. Возможно, что кто-то и давно вас любит всей душой. Днем вас отправят в командировку, поэтому тщательно к ней подготовьтесь. Накопленные деньги тельцу лучше отложить на покупку недвижимости или автомобиля. Гороскоп «Дом» на сегодня. Благоприятный день для начала цикла образования. Можно подписывать важные документы, заводить новые знакомства. Не рекомендуется сидеть дома, много спать, долго смотреться в зеркало. Любовные отношения могут быть несколько омрачены ревностью, но вы не позволите этим тучам сгуститься. Личный гороскоп. Благоприятный день для активного отдыха, физических нагрузок и самого широкого общения. Нельзя проявлять озабоченность и суетливость. Гармония, спокойствие и великодушие будут способствовать успеху и процветанию. Помните, что ваше обаяние может творить чудеса. В среду день будет плодотворным. Появится шанс помочь людям, о судьбе которых вы в последнее время беспокоились, сделать что-то полезное для других. Появляются интересные рабочие задачи. Решая их, вы сможете показать себя с лучшей стороны, доказать окружающим, что вы способны на многое. Неудивительно, что после этого поступят интересные деловые предложения. Вы хорошо ладите с окружающими, случайные знакомые могут стать вашими союзниками и надежными помощниками.
Не исключено начало романтических историй. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Близнецы сегодня станут невероятно критичны по отношению к близким. Первый попадет под горячую руку – ваша вторая половинка. Если вы не сможете себя вовремя остановить, вечер этого дня вам суждено провести в одиночестве. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака близнецы. Если близнецы сегодня не испугаются сделать шаг навстречу своей мечте, то она быстро воплотится в жизнь. Конечно же, старайтесь загадывать реальные желания, а не полет в космическое пространство. Сегодня близнецам сделает подарок любимый человек, а также пригласит в шикарный ресторан и сделает предложение. Гороскоп «Дом» на сегодня. Хотя жизнь и здоровье близнецов будут достаточно благополучные и не вызывают опасений, но некоторые осложнения могут возникнуть из-за опрометчивых обещаний и перегрузки работой, особенно во второй половине дня. Рекомендуется медицинское страхование. Нежелание застраховать свою жизнь, отказ от медицинской страховки могут обернуться неприятностями. Личный гороскоп. День связан с неожиданными поворотами в судьбе, получением информации, очищением огнем. Вероятно, неожиданные действия партнеров заставят вас изрядно потрудиться и даже заниматься совершенно незнакомым и неизученным досконально делом. Но звезды считают, что ваш труд окупится, ведь окончательный результат будет зависеть только от вас самих. Не исключено, что встреча по финансовым или юридическим вопросам может привести к нервному стрессу. В среду начало дня будет сложным. В это время вы особенно доверчивы и можете попасть даже в нехитрую ловушку, расставленную недоброжелателями. Возможны финансовые потери, неудачные покупки. Нежелательно вкладывать деньги в бизнес или связывать себя какими-то серьезными обязательствами. Вторая половина дня более благоприятна. Вам улыбается удача, начатые дела удается быстро довести до конца. Напомнят о себе старые друзья. Вместе с ними вы хорошо проведете время. Возможны неожиданные подарки и другие приятные сюрпризы. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Раки сегодняшний день проведут в бесконечных походах по магазинам. Вы начнете скупать все подряд, не задумываясь о сохранности своего бюджета. Как только к вам вернется способность здраво размышлять, вы горько раскаетесь в содеянном. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. Сегодня у Рака будет много оригинальных идей, как улучшить личную жизнь и приумножить капитал. Если вы не будете слушать советов других людей, то легко придете к тому, что задумали. Гороскоп не советует Раку заниматься скучными делами, ввязываться в споры, а также подписывать документы. Для укрепления иммунитета не мешает пропить витамины. Гороскоп «Дом» на сегодня. Ваш руководитель – консерватор, который вряд ли восхитится вашими идеями и замыслами. К тому же на дверь его кабинета неплохо было бы повесить табличку «Осторожно». Ведь начальники только с виду спокойные. Не раздражайте его, старайтесь не злить. Он способен прийти сегодня в страшную ярость. Личный гороскоп. День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Ваши отношения могут зайти в тупик. От вас будет зависеть, расстанетесь ли вы или переживете эти трудности вместе. Личная жизнь может резко пойти на спад, и вам следует подумать, как остановить этот процесс. Возможно, вам стоит смирить свою гордыню и пойти на уступки любимому человеку. В среду все важные дела лучше планировать на утро. Именно в это время их проще будет довести до конца. Чем дальше, тем больше преград возникает на пути, тем больше упорства и настойчивости требуется, чтобы преодолеть их. Лучше рассчитывать на свои силы, не ждать помощи от союзников. У них сейчас достаточно собственных забот. Во второй половине дня едва ли удастся добиться заметных успехов. Некоторым львам придется отказаться от своих планов из-за неблагоприятного стечения обстоятельств. Возможны мелкие неурядицы дома. Будьте снисходительны к близким. Любовный гороскоп на сегодня для львов. Львы сегодня будут не самыми лучшими собеседниками. Не сумев даже в выходные абстрагироваться от служебных проблем, вы захотите сорвать гнев на домочадцах. Вечером, когда вы наконец придете в себя, близкие отплатят вам той же монетой. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Лев. Сегодня Лев найдет для себя новое и интересное хобби. Вы настолько увлечетесь занятием, что забудете про домашние дела и основную работу.
Эксперименты в любовной сфере Льву лучше исключить, иначе они потянут за собой массу трудноразрешимых проблем. Со здоровьем все в полном порядке, но старайтесь меньше общаться с гриппующими людьми. Гороскоп Дом на сегодня. Вы можете добиться значительных успехов в продвижении по карьерной лестнице и повышении профессионального мастерства. Откажитесь от копания в тайных причинах, происходящих в коллективе процессов, интриг и обходных путей. Рекомендуется продемонстрировать неординарный подход к решению рабочих проблем и внести рационализаторское предложение. Личный гороскоп. День будет удачным, если вы спланируете его заранее. В общении постарайтесь приближать к себе только достойных вашего внимания людей, иначе вы рискуете попасть в неловкое или двусмысленное положение. В среду день обещает большие успехи тем, кто готов учиться на чужом опыте и не боится посмотреть на вещи по-новому. Вы начнете строить смелые планы и сами удивитесь тому, как быстро удастся их реализовать. Возможно, начало плодотворного сотрудничества. Люди, которые сегодня помогают вам в делах, со временем станут настоящими друзьями. Вероятно, необычные, но очень интересные деловые предложения. Можно менять работу, пробовать свои силы в незнакомой сфере. Единственная область, где кардинальные перемены нежелательны, это личные отношения. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. Девы сегодняшний день посвятят тщательному анализу своего гардероба. Осознав, что многие из вещей явно вышли из моды, вы отправитесь за покупками. Не игнорируйте советы продавцов, тогда вам удастся удачно подобрать наряды на все случаи жизни. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Материальное положение Девы будет несоразмерно с приложенными на работе усилиями. Спокойно и размеренно выполняйте то, что вам поручил шеф. Не лезьте в то, что мало знаете, а также обходите стороной негативно настроенных личностей. Гороскоп обещает Деве чудесный вечер, который она проведет наедине с любимым человеком. Гороскоп «Дом» на сегодня. Звезды предупреждают о неприятностях. Многим девам будет трудно, хотя они и заботятся в основном о текущем моменте. Некоторые будут переживать подъемы и спады настроения по каждому пустячному поводу. Главная задача – наладить внутреннее равновесие и не беспокоиться хотя бы по мелочам. Личный гороскоп. Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений. Нельзя проявлять озабоченность и суетливость. День предвещает вам встречи и интересные знакомства. Появится стремление выразить свой внутренний мир. Обострится способность к глубокому восприятию духовных ценностей. Хорошо провести день вне дома, занимаясь семьей, детьми. Нежелательно употребление алкоголя, мясной пищи. В среду день очень многообещающий, плодотворный и интересный. Вы полны энергии и не боитесь трудностей. С энтузиазмом беретесь за то, к чему раньше не решались подступиться. Порой возникают разногласия с окружающими, но вы терпеливо доказываете свою правоту, никого не обижая. Возможно, денежные поступления. Вы правильно распорядитесь полученной суммой. Например, сделаете удачные покупки или вложите ее в развитие бизнеса. Вероятно, неожиданные поездки. Собираться в дорогу придется быстро. Будьте внимательны, чтобы ничего не забыть. Любовный гороскоп на сегодня для весов. Весам предстоит долго и упорно доказывать свою преданность любимому человеку. Внезапно раскрывшаяся переписка – это веский аргумент, чтобы вторая половинка сильно усомнилась в вашей верности. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. Весам в этот день нужно сконцентрироваться на важных делах и накопившихся проблемах. Личная жизнь пусть отойдет на второй план. А вот финансовыми вопросами следует заняться в срочном режиме. Альтруизм весов поможет притянуть к себе немало единомышленников и тех, кого притягивает риск и свобода. Гороскоп «Дом» на сегодня. Карьера для весов – не последняя вещь в жизни. Сегодня многие приложат максимум усилий для того, чтобы добиться высокого положения, признания, успеха. Если вы поставили перед собой цель, то старайтесь достичь ее. Нельзя забывать старых друзей. Личный гороскоп. День обмана и иллюзий. Планы могут претерпеть изменения, обещания могут оказаться ложными, напряженные усилия не принести никаких результатов. Вероятны конфликты, связанные с завистью тайных недоброжелателей
или с вашим собственным легкомысленным поведением. Будьте осторожны, эмоции сегодня трудно удержать в привычном русле. В среду день проходит очень спокойно. События развиваются гораздо медленнее, чем вы ожидали, и это дает возможность продумать каждый шаг, принять взвешенные решения, да и просто немного отдохнуть. Удастся пообщаться с приятными людьми, пообщаться со старыми друзьями, по которым вы скучали в последнее время. Можно обсуждать важные вопросы, строить общие планы. От вас зависит, как будут складываться отношения с самыми близкими. Старайтесь никому не предъявлять претензий, делать замечания максимально деликатно. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. Скорпионам сегодня удастся обрести много единомышленников. Во время похода по гостям вы заведете несколько интересных знакомств. И с первых минут общения станет ясно, что эти люди очень близки вам по духу. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Гороскоп советует Скорпиону проявить уравновешенность и тактичность со всеми, с кем сведет его сегодня судьба. Даже если кто-то не разделяет вашего мнения, не пытайтесь доказать его любыми путями. Рискованные предприятия и денежные вложения могут привести к настоящему краху. Для дальней дороги Скорпиону нужно собрать все необходимое. Гороскоп «Дом» на сегодня. Наибольшие искушения связаны со всем чужеродным и экзотичным. Это не то время, когда вам нужно в поисках себя устремляться в дальние страны и другие города. Сейчас вы ничего там не обретете, а скорее потеряете. Вам предстоит научиться жить более спокойной и размеренной жизнью, отказаться от риска, работы на износ, тяжелых психологических и физических нагрузок. Стремитесь к гармонии и стабильности. Личный гороскоп. День иллюзий, обманов, предательств. Если строительство вами воздушных замков заслонит реальное положение дел, то велика вероятность проявления неудач в финансовой сфере. Будьте критичнее к себе и к окружающим вас людям. От вас требуется осторожность и взвешенность. В среду день хорошо подходит для решения важных вопросов. Сейчас вы готовы проявить инициативу, взять на себя ответственность. Всем становится ясно, что вы способны руководить другими, знаете, как вдохновить и заинтересовать людей. Вероятно, именно решения, принятые сейчас, сделают возможным скорый и стремительный карьерный рост. Вероятны денежные поступления. Сейчас они могут быть довольно скромными, но это только начало. Пройдет немного времени, и вы получите более значительную сумму. Вторая половина дня подходит для покупок. Любовный гороскоп на сегодня для стрельцов. Для стрельцов сегодняшний день станет одним из обычных, когда надо успеть закончить бесконечные дела по хозяйству. К вечеру вы сделаете все возможное, чтобы вырваться из домашних стен и предаться беззаботному отдыху. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Стрелец. Сегодня Стрелец пойдет на поводу у собственных прихотей, что вряд ли понравится его родственникам. Сначала решите насущные проблемы, а потом будете думать об отпуске и поездке. Возможно, судьбоносная встреча с человеком, с которым вы уже не раз сталкивались в компании друзей. Вечер Стрелец проведет за компьютером. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день может быть очень удачным для Стрельца. Любые начинания будут удаваться с легкостью. Сейчас самое время пожинать плоды вашей прошлой работы и намечать новую. Составьте четкий план и придерживайтесь его. Личный гороскоп. День откровений, подключение к источникам энергии, очищение мыслей. Не исключены благоприятные перемены в личной или общественной жизни. Отношения с лицами противоположного пола будут успешны, однако излишняя торопливость, вмешательство соперника или соперницы могут негативно сказаться на результате. В среду день складывается непросто, но здравый смысл помогает преодолевать любые преграды. Там, где другие растерялись бы, вы принимаете взвешенные решения, и именно поэтому добиваетесь своего. Вероятны успехи в учебе. Сейчас вы быстро запоминаете информацию, легко отделяете важное от второстепенного, сопоставляете факты и делаете правильные выводы. Окружающие будут приятно удивлены вашей наблюдательностью. Возможны неожиданные известия. Не исключены встречи с людьми, с которыми вы давно не виделись. Многие козероги посвятят вечер приятным воспоминаниям, и это заметно улучшит их настроение. Любовный гороскоп на сегодня для козерогов.
Козерогам сегодня удастся найти достойный ответ на свои извечные вопросы. Проблему с нехваткой финансов решит старый долг, который вернет кто-то из ваших знакомых. Вечером ваша тоска развеется без следа в момент, когда к вам нагрянут гости. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Сегодня Козерог проявит себя как грамотный и исполнительный работник. Начальство отметит ваше усердие и трудолюбие, поэтому в конце месяца можете рассчитывать на достойную премию. Гороскоп рекомендует позаботиться о здоровье, иначе в отпуск вы отправитесь с больной головой и температурой. Вечер Козерог посвятит прогулке по городу. Гороскоп «Дом» на сегодня. Первая половина дня обещает материальное обольщение, трудности в накоплении средств, напрасные расходы. Возможно, вам придется взять кредит, чтобы вложить средства в собственные проекты. Не зацикливайтесь на деньгах, верьте в себя и в свое высокое предназначение, и вы будете вознаграждены. Личный гороскоп. Победите в себе застенчивость и чрезмерную чувствительность. Звезды предупреждают мужчин-козерогов о возможных финансовых потерях. Женщин-козерогов ждет новое знакомство, однако их увлечение не окажется длительным, вероятно, разочарование или обида. В среду день проходит приятно, радует сюрпризами и удачными совпадениями. Со стороны может казаться, что вы добиваетесь своего без всяких усилий. Не исключено, что кто-то вам позавидует. На деле же вы обязаны своими успехами не столько поддержке звезд, сколько острой интуиции, которая подсказывает, когда и как следует действовать. Возможны необычные знакомства, а также случайные встречи с людьми, которые когда-то были вам очень симпатичны. Вы многих можете заинтересовать своими необычными идеями и взглядами на жизнь. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. Водолеи сегодня превратятся в настоящий магнит для противоположного пола. Во время очередного похода по гостям постарайтесь не заигрывать со всеми подряд, иначе крупные проблемы с любимым человеком вам обеспечены. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Водолей не стремится к руководящей должности, но и на своем месте явно засиделся. Вам захочется все кардинально изменить, чтобы посмотреть на мир оптимистичным взглядом. Финансовое положение не плачевное, но Водолею следует найти дополнительную работу. В семейной жизни чаще идите на уступки, тогда отношения станут крепче. Гороскоп «Дом» на сегодня. Звезды способствуют проявлению блестящих творческих способностей водолеев в музыке, литературе. Они будут самоотвержены в любви. Деньги практически не будут интересовать, хотя они будут в достаточном количестве зарабатываться. Вам нужно найти надежных людей, которым вы смогли бы доверить распоряжение своими средствами. Личный гороскоп. День благоприятен для общественной деятельности. Многие водолеи получат моральное удовлетворение и приток энергии от благотворительных акций, творческих встреч, организации выставок, концертов, конкурсов. Рекомендуется посвятить общественную деятельность детям. В среду день хорошо подходит для того, чтобы начать наводить порядок в жизни, избавиться от ненужного, определиться с целями и планами. Вы настроены очень серьезно, готовы идти своим путем, даже если знакомые не поддержат и не одобрят вас. Не исключено получение неожиданной поддержки. Соперники могут стать союзниками. Не спешите раскрывать свои секреты, делиться важной информацией. Разумная сдержанность в общении сегодня не будет лишней. Утомительные дела лучше планировать на первую половину дня. Так вы сможете избежать переутомления. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Рыбы в этот день рискуют напрочь испортить отношения со старшими членами семейства. Услышав очередную критику, вы взорветесь в тот же момент. Когда вы немного остынете, вам предстоит долго извиняться за свою эмоциональную вспыльчивость. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рыбы. Гороскоп предсказывает рыбам замечательный день, когда деньги, признание и приятные события посыплются, как из рога изобилия. Если вы будете часто злиться и ревновать близкого человека, то точно останетесь в гордом одиночестве. Не читайте мораль детям, а постарайтесь стать для них настоящим и понимающим другом. Вечером рыбы отправятся на вечеринку с друзьями. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день благоприятствует любым начинаниям. Рыбы могут с легкостью преодолеть преграды на своем пути.
Хорошо подписывать документы, особенно если они касаются ваших изобретений, собирать единомышленников, создавать клуб по интересам. Успешно приобретение средств, связи и передвижения. Личный гороскоп. Этот день может перевернуть весь уклад вашей жизни. Новые люди в вашем окружении будут способствовать росту вашей независимости во всех отношениях. Рекомендуется долго не раздумывать и соглашаться на подходящие деловые предложения на любых условиях. Вам придется принять серьезное решение в личной жизни. Успех будет от вас зависеть только в незначительной степени. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам дня и до новых встреч!